очень чувствуется, очень сильно ощущается поддержка болельщиков, и очень приятно, когда приезжают на этапы Кубка мира люди из Беларуси поддерживать именно нас. Но, конечно, я защищаю цвета красно-зеленого белорусского флага, ну, и именно он поднимается, когда я стою на верхней ступени пьедестала. И вообще, ну, я считаю, что спорт должен быть далек от политики и без политики, поэтому... Поэтому я рада, когда люди, независимо от их политических взглядов, могут получать какое-то удовольствие от наших состязаний. Ну а вообще, очень сильно ощущается поддержка болельщиков на трибунах, и я могу сказать, что не только белорусских, поддерживают на самом деле и европейские болельщики. Очень много получаю я и писем от них с всевозможными добрыми и приятными словами. И, ну, это, конечно, очень приятно и дает, наверное, какое-то тоже вдохновление.